За непристегнутый ремень штраф 500 сомов вместо 300. Не пропустил пешехода – 3000 вместо 1. Незаконная тонировка – 5000, а не 3. Увеличение штрафов на 50% и более, как уверяют в МВД, поможет сократить число ДТП и нарушений. В ведомстве говорят, последний раз штрафы поднимали 3 года назад, и число автоаварий пошло на спад. Однако сейчас вновь назрела необходимость ужесточить административную ответственность для водителей. Со стороны Министерства внутренних дел разработан ряд изменений и дополнение кодекса об административной ответственности. Сейчас она на общественном обсуждении на сайте правительства и параллельно проходит процедура согласования с соответствующим министерством ведомством. Да? Конечно, там одним увеличением или ужесточением административной ответственности навести порядок на дороге невозможно, но в любом случае, я думаю, это увеличение административных санкций, это тоже один из удерживающих факторов. Согласно законопроекту, езда в нетрезвом виде будет стоить нарушителю 30 тысяч сомов или лишение прав сроком до 3 лет. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф 10 тысяч сомов или лишение прав на год. Если автомобилист превысит скоростное ограничение в 60 км в час, но до 80, его оштрафуют на 5 тысяч сомов или лишат водительских прав на 3 месяца. Превышение скорости более 80 км в час грозит штрафом 8 тысяч сомов и лишением прав на 6 месяцев. Несоблюдение дорожных знаков или разметки дороги – 1000 сомов. Нарушение правил обгона или маневрирования – 2000. За неправильную парковку и остановку в неположенном месте автомобилист должен будет отдать 1000 сомов, а за выезд на встречную полосу – 3000. За отсутствие прав водителя оштрафуют на 5000 сомов, а в случае повторного нарушения – на 10 тысяч. Или возьмут его под административный арест на 5 суток. За разговоры по телефону штраф составит 500 сомов. Водители станут меньше нарушать. Но, с другой стороны, они будут больше платить сотрудникам ДПС в карман. И здесь нужно контролировать уже органам и гражданам. То есть нужно быть более бдительными и следить за нарушениями, в том числе со стороны дорожной милиции. Наверное, основное и самое важное – это то, что нужно автоматизировать все эти процессы. Вообще исключать человеческий фактор, чтобы нам не за кем было следить. То есть машина, то есть камера, она смотрит, видит, фиксирует все нарушения, и с ней не поспоришь. В общественном совете МВД отмечают, чтобы милиционеры не брали взятки, для них предусмотрены денежные поощрения. С каждого выписанного штрафа правоохранитель будет получать процент. Все средства, полученные по выплатам штрафных санкций, будет поступать в бюджет, и кроме этого 25% будет направляться на МВД. При этом 15% направляется в порядке бонусов для сотрудников патрульной милиции и 10% для оснащения технического. Штрафные санкции вырастут, и отсюда и пропорционально взятки не выросли. Нужно, чтобы соответствующий стимул и соответствующие условия социального пакета были у сотрудников. Между тем, представители общественного совета отмечают, что отчисления этих будет недостаточно. В ближайшее время они намерены написать письмо на имя премьер-министра. В своем обращении наблюдатели будут настаивать на том, чтобы 50% сборов от штрафа выделялись на нужды управления патрульной милиции. Из них 30% шли на бонусы для сотрудников. Екатерина Ступкина, Урмат Аканбек Улу, НТС.